Когда я только приняла решение учиться здесь, я не думала, что это как-то сильно повлияет на мою жизнь. Но за этот год я приобрела очень многое, и это превзошло мои ожидания. Суть библейского обучения не в том, чтобы получить ответы, а в том, чтобы направить нас углубляться все больше в Писание, дать нам способ, дать нам методы, действительно пропитываться вот этим словом. Эта школа более углубленного и качественного, наверное, изучения Библии, которое погружает со всех сторон и дает действительно познание о Боге больше. Дает большое понимание и веру, вот именно веру в Бога. Ну, что мне дало в библейке, это вот поддержка сестер и братьев, молитвенная поддержка за здоровье. Вот эти вот молитвы перед занятиями очень-очень помогают. И вот мне хочется в дальнейшем в себе всегда поддерживать вот эту жажду быть образованной духовно, знать то, во что я верю, а не просто иметь какие-то поверхностные, наслышанные знания. Все, кто думает пойти в библейку, не думайте, не откладывайте в долгий ящик, потому что если вас призывают в этом году, надо идти в этом году. Не думайте, что в следующем году будет лучше, обстоятельства как-то сложатся по-другому. Хочу пожелать, чтобы каждый человек, который пришел в нашу церковь, пошел учиться в библейскую школу. Потому что библейская школа, она расширит знания и познание Бога очень и глубоко, и высоко, и широко, и очень лично. Потому что если ты имеешь личное отношение с Господом, ты будешь иметь все.